Всем привет, вас приветствует игровой канал Сэнни Геймер. Мы зовут Пашок, и мы продолжаем проходить GTA Vice City, и наконец-таки мы готовы к ограблению. As you can see, gentlemen, this is going to be the easiest buck we ever made. Hey, Tommy, seriously, you gotta consider going into law. What the hell are you smoking, man? This ain't no simple plan. Well, who needs a simple plan anyway? Take communism. Now that was a simple plan. Didn't do Russia any favors, huh? Calm down, all right? With a team like this, it's gonna be no problem. We got Cam on safe. Phil, you and me will handle security. And Hillary will drive the getaway car. aren't you forgetting somebody? Somebody who helped you to no end in this town? Somebody Ken! Like... Ken, that's right. Ken here, he washes the money for us. And he keeps the drinks on ice. I don't understand what I'm supposed to be doing here. Look, it's easy. Haven't you ever seen a movie? We walk into the bank, we wave the gun around, and leave very rich men. I'll drive. Great! A passenger! Will I tell the group about this? Так, ну что, садимся в такси и едем к банку. Так, сейчас все сядут. Сейчас они так, хоп, все местами поменяются, да? А, нет. А когда я помню, меня как-то они по-другому садились, так местами менялись. А, старайтесь как меньше. Томми, Хиллари занимает слишком много места. Вовсе нет. Как раз таки да. Заткнитесь оба, или сейчас выйдете и поедете пешком. Хиллари, ты слышал? Ну, здесь так Кэмп подкалывает. Хиллари, потому что он толстый. Так, старайтесь как можно меньше повредить такси, потому что вам еще на ней угонять. Но я ее, в принципе, не очень сильно поцарапал. Только покоцал чуть-чуть, может быть. Когда об углы стукнулся наш особнячок. О, да. Так, мы почти доехали до банка. Ради всего святого. Фил, прекрати размахивать этой штукой. Чем же там Фил размахивает-то? А, лобовуха. Лобовуха треснула. Так, ну что ж, все, мы взяли униформу, теперь идем в кустике переодеваться. Okay, guys. Nice and easy, just as we planned. Вот так вот мы теперь выйдем, выглядим, мы заходим в банк. This is a raid! Nobody move! Everybody up against that wall! Phil, hold down the fort. Wilco, roger that! Come on, Cam, the vault's upstairs. Ну что, Фил следит за входом, а мы с Кемом идем наверх. Умирай, умирай, я сказал. Так, все, погнали дальше. Так, все отлично. Заходим в лифт. Ну где там Кэм? Ну чё там? А, наконец-таки. Добежал. Рано встает охрана, которой уже нету. Ну что ж, Кэм не сможет взломать этот замок. Ну то есть сможет, просто уйдет долго времени. Ну... Мы... У нас мало времени, Phil, потому что мы совершаем ограбление. Sure. Фил, дела в порядке? Да, все действительно спокойно. А, и теперь мы должны найти менеджера. Так, вот здесь возьмем броньку. Так, это посмотреть на Фила, что он там делает. Так, и вот тут вот находится менеджер и ХПшечки. Так, все, давайте пойдем менеджера к Кэму. Никому не двигаться. It's on a time lock.
You might as well give up now. Hell, I can bypass the time lock. Then we just need your key code and we're good. Stay here. You try anything and you're dead. I'm gonna check on Phil. I'll be right back. Так, ну что, мы пойдем проверим, как там Фил. Я же говорил тебе, не трогай сигнализацию. Не то, что какой-то охранник включил сигнализацию. Okay, we got the SWAT retirement fund. Let's get out of here. Okay, you asked for it. You've had your last chance. They're storming the place. Hey, cover! Ну что, они начали штурм. Сейчас нам придется отстреливаться. Они бросят дымовые шашки. Давай, давай, давай. Где там SWAT? Что, можно уже сваливать или нет еще? О, у них пушки, как у меня. Это последний из них. Вперед, вперед. Так, все, сваливаем. Так, ну что, Хиллари умер. Помню, любим скорбим. Так, перестреливаем этот спецназ, чтобы он нам не помешал. Так, и садимся в тачку, в такси, то есть. Самое главное, чтобы сел Фил. Пока ему уже можно, в принципе, и не спасать. А вот Фила обязательно. Если, конечно же, Фил умрет, то миссия у вас в игре будет провалена. Так, нужно сейчас быстренько доехать до Пейспрея. Моменты нам это вообще жестоко не дают делать. Так, отлично. Мы доехали. Такси, слава богу, перекрашивают. Моменты сзади, блин. Фух. Так, давайте объедем их. Чтобы ничего плохого не случилось, а то еще вдруг врежусь. Ну что ж, мы спасли и Кэма, и Фила. Хотя, если Кэм бы умер, то ничего бы не было, просто умер, так и умер. А вот если бы умер бы Фил, то все, миссия вот была бы провалена, и пришлось бы его перепроходить вам все заново. И это довольно-таки печально. Ну а сейчас мы едем на хату Кэма, чтобы поделить бабосики, которые мы заработали. О, да. Hi there, Mercedes. Yeah, I'm a little tense. What'd I tell you, Tommy? What'd I tell you? Ben Swat better watch out when Kent Paul is in town. Come on, give me a bigger slice, mate. Come on, I gotta get some new friends. Ну что ж, мы ограбили банк. Нам дали 50 тысяч, очень хорошо. Комплект одежды грабителя доставлен в банк. Ой, грабителя банка доставлен в клуб Malibu City Point. Ну что ж, теперь клуб Malibu нам дает регулярный доход в течение 10 тысяч. Очень хорошо. Так, телефонный звонок. Tommy, I really enjoyed working with you. Ain't had so much fun since the region nom, pal. Anyhow, if you need anything, you call on me, you hear? I always remember those I served with, and I'm sure I can help you out. Yeah? Так, ну что же, позвонил Фил, сказал, что ему понравилось с нами работать, и у него можно прийти на задание. Ну что ж, на это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Паша. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Всем удачи, счастливо и пока.